Да, конечно, альбомы выходят, диски. Стараемся записывать. В основном очень часто дарят диски как один из призов победителя конкурса. Есть такая традиция. Можно записать самому. Я свой диск записывала как бы по собственному желанию. Есть хорошие инструменты, но не везде, конечно. То есть есть в таких в топовых школах, как Гнесинка, как ЦМШ. Последние 3 года, ну, спасибо большое директору, купили целых 3 инструмента. Это сказочно. А насчет остальных городов со школами, если оркестры еще бывают, покупают себе инструменты, то в школах в основном стоят старые советские арфы. Это, конечно, очень проблематично. Что-то развивать, пересаживаться на хороший инструмент лучше сразу. У арфы, в отличие от остальных смычковых, там скрипок, виолончели, чем новее инструмент, тем лучше. Ее желательно вообще в идеале менять там инструмент каждые 5 лет. Ну, каждые 10 хотелось бы. Что арфа достаточно дорогой инструмент. В зависимости, конечно, от фирмы. Очень люблю играть с флейтой, с виолончелью, из духовых. Ну, пожалуй, флейта сам любим, с гобоем хорошо звучит. Из медных, духовых, валторна, может быть. Ну, в принципе, можно сыграть с любым инструментом. Я играла и с тромбоном, и с трубой, из струнных, естественно, со скрипкой, с альтом. Опять очень популярный состав арфа, флейта и альт. Где-то вот начиная с импрессионистов и далее достаточно много произведений именно для этого состава. С фаготом тоже может, то есть с ударными сегодня. Вот мы играли с вибрафоном, также можно играть с шумовыми, с маримбой, с фортепиано, с клавесином. Сегодня мы исполняли Анну Стоянову для арфа-вибрафона, но она пишет в направлении, у нее есть и электронная музыка. Из смелого, ну, когда я первый раз играла с Арканом, конечно, были очень странные ощущения, потому что у него как бы звук перепрыгивает через сцену, идет сразу в зал, а к тебе он-то и ходит потом. Нельзя быть солистом и без опыта оркестровой игры сесть в оркестр, ничего не выйдет. И также достаточно тяжело, если ты играешь постоянно в оркестре, потом выйти и играть что-то сольно на сцене. Я стараюсь все это чередовать, как-то миксовать, потому что я люблю и оркестровую практику, и сольную, и камерную музыку. К сцене приучает только сцена. Для начала, наверное, все-таки в Лондон. Я недавно была, мне очень понравилось. Вообще, я любитель, конечно, теплой погоды. После Лондона я была в Сингапуре, это просто сказка. Когда я не где-то на гастролях, он начинается с прогулки с собакой. А дальше я иду на репетицию. О, нет. Тут однозначно только арфа.